В Одессе поставлен новый национальный рекорд – самая большая шоколадная композиция в Украине. Фигуру, символизирующую историю и культуру города, создали ко Всемирному дню шоколада. Участники праздника на Решлевской смогли увидеть весь процесс своими глазами. Шоколадный киноаппарат высотой почти 1,5 метра и весом около 10 килограммов собрал такое количество поклонников сладкого, что увидеть весь процесс его создания смогли не все. Одесса поставила новый рекорд при большом стечении свидетелей. Это наши прогулки на катере Хаджибеев вдоль Черного моря. И все изюминки города Одессы, они отражены на нашем фигуре. Тем, кому не удалось попасть внутрь мастерской, приходилось не менее сладко. Все достижения одесского шоколадного производства были выставлены перед входом. Прохожих угощали лучшими сортами одесского шоколада. Как мы знаем, и вы знаете, что Одесса входит в тройку призеров и замыкает ее. Мы занимаем 3-е место в Украине по количеству регистрации национальных рекордов после Киева и Харькова. Одесса кидает вызов и Киеву, и Харькову, и мы хотим выйти на 1-е место в 2017 году. Более того, такого сертификата, как в Одессе, нет даже в украинской столице шоколада Львове. К слову, с января Украина экспортировала 23 тысячи тонн шоколада на сумму свыше 50 миллионов долларов. Главными импортерами украинского шоколада остаются Казахстан, Грузия и Беларусь. Николай Конюхов, Юрий Шинкаренко, телеканал «Круг».